Thank you.
Господу помолимся, Господи, прослави все крепости и стойкости.
Святий Господи, Пресвященный Человеку благослови. Благословен Бог наш, всегда ныне Христа и Божий. Молись нас, Пресвященный Человек, благослови нас. Пресвящий Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне Христа и Божий. Аминь. Oh.
Поэтому нас сюда тянет, потому что мы здесь получаем ту благодать, которую мы не можем нигде получить, кроме как здесь, в этом монастыре. По воле судьбы, после определенных обстоятельств, мы попали 8 лет сюда, и поэтому мы едем уже сюда, как будто к себе на родину. Здесь мы получаем то, что не можем получить, наверное, нигде. Здесь мне все праздники очень нравятся. Такое впечатление, что я как... Ну, я не могу точно сказать, как, но как в своей тарелке, я могу так сказать. Вот. Значит, поэтому все праздники, которые здесь бывают, и сегодня, в частности, Святой Троицы, для нас особенный праздник. На этот праздник мы едем, приезжаем сюда постоянно, и не только на эти праздники, на праздники иконы всех скорбящей радости, на новогодние, рождественские мы приезжаем. Еще несколько раз мы сюда обязательно приезжаем, 8 лет уже едем. Мои пожелания всем людям – это каждый человек должен прежде всего подумать про свой, наверное, все-таки духовный мир, про внутреннее состояние. Душевный покой мы получаем только здесь, в монастыре. Поэтому получить благодать, душевное равновесие, умиротворение и ту благодать, которую спускает Господь Бог на нас, мы получаем только здесь. За это я очень-очень благодарна этому монастырю, настоятелю, в общем, всем служителям храма этого и монастыря. Вот так. Спасибо. Thank you.
Господи, силой Твоею, Господи, мы поем, силой Твоя.
Божий видишь, и посети виноград сей, и утверди, и Боже насади, десница Твоя. Господь видит вся сыны человеческие. Аллилуйя,
вот уже несколько лет, на протяжении многих лет, наверное, уже больше 15 лет, мы имеем обыкновение приезжать на празднование Дня Святой Троицы, которое проходит в этом монастыре. И для нас, нам очень отрадно здесь бывать, потому что здесь мы набираемся силы. Прежде всего мы молимся, прикладываемся к иконе, прикладываемся ко всем иконам, которые есть в этом храме. Вот. И по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых получаем то, что просим у Господа и заступницы Божьей Матери. Плюс еще ко всему прочему есть возможность подышать свежим воздухом и хорошо провести выходной день. Какое пожелание? Ну, во-первых, следует сказать, что к поездке к этой следует подготовиться. Вот, если есть возможность привести кого-то сюда, да. Во-вторых, можно приглашать взрослых людей, можно приглашать деток, потому что прежде всего это свежий воздух. Вот, можно пойти на прогулку к дубам, и прежде всего можно приехать и помолиться, получить массу хороших впечатлений. Я не могу сказать, что мое внутреннее настроение поднялось, потому что есть определенная усталость после службы, но я прекрасно понимаю, что служба дает прежде всего заряд энергии. Вот, то есть я могу с уверенностью сказать, что следующая неделя должна пройти очень хорошо, потому что прежде всего мы приезжаем помолиться, и по Божьей милости мы получаем то, чего мы хотим. Приходит, паки же им Иисус и че глаголь.
ничего тебе, но имя себе животный. Иду к твоему. И без Бога лети по тебе во всяком благочестии и чистоте. И че будем все братьев наших священных. И че будем все милости, длинни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, братья и святые, обители сия. Все отечество наше, мое православных войне, по братьям сущих, Твое же во здравии возвратите всем нам и своей спасенными быть. Вечи молимся, вы же не погубите на грех ради наших преследований, плодов и семян дельных искушений, его затравления его духов, болезнь ветреносного поветрия, но избавите нас, погубы сия, яко милосердящий человека любец. Создатель святе, обители сей, населите сей благочестивыми иноками. Еще молимся в титрах святые, обители сей, рабе Божьих, Василии, Георгии, Владимире, Олеге, о божественной покрове, заступлении, благопоспешении, труде, многолетии, для себя их. Славе Божие, благополучно, беспрепятственно, скоро благоустроите зиму, украсите себя кафедральному собору, по кругу Божьей Матери. Ищи молимся, плодоносящих и добродеющих во святе, во всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и блестящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Премудрость!
Господу помолимся. О Всевышний мире и спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех, Господу помолимся. О святем храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Oh.
Дом Святого, с ним же благословит неси, со пресвятым и подвижной щитой духом, ныне присно и во веки веков.
Господи,
Господи, преклони интент. Святой Троицы, один из самых любимых в нашем народе праздников, который празднует вся земля наша русская, весь православный мир. Но вот давайте подумаем, зачем же он установлен церковью. Все праздники, которые церковь устанавливает, служат нам для напоминания о Боге. Вот идет обычная череда будних дней, когда мы все поглощены суетой, когда мы все поглощены своими трудами, и вот наступает праздник. И это как раз повод нам вспомнить о Боге. Услышим ли мы где-то отдаленный колокольный звон, или увидим людей, собирающихся в церкви, или проходя, проезжая мимо храма, увидим многолюдное собрание там, то тогда мы вспоминаем о том, что нам надо дать место Богу в нашей жизни. Но слава Богу, если мы знаем праздники, если мы действительно становимся праздны, то есть свободны от наших мирских забот. А, конечно же, лучше, если мы будем праздны от злых дел. И вот для чего же установлен праздник Святой Троицы? Праздник Святой Троицы заканчивает у нас так называемый пасхальный цикл. То время, которое начинается еще зимой, еще когда холодно, в этом году началось в конце февраля. Время, когда Церковь вспоминает самый главный спасительный подвиг Господа Иисуса Христа, который Он совершил на земле. Весь год мы читаем Евангелие, весь год мы вспоминаем различные евангельские события, и весь год у нас, как драгоценный покров, драгоценными жемчужинами и вышивками украшен, этими священными праздниками Божьими. Но особенно это весеннее время, переходное от зимы к лету, у нас в православной церкви ознаменовано воспоминанием спасительных страданий Господа Иисуса Христа. Мы готовимся к Великому посту. Мы вспоминаем пост Господа Иисуса Христа 40-дневный. Мы стараемся поститься вместе с Ним. Потом у нас наступает Страстная Седмица, когда уму непостижимое таинство совершается. Сам Спаситель мира предает себя на добровольную, страшную, мучительную смерть на кресте за род человечества. Но мы знаем, тут же наступает Пасха, торжество о воскресшем из мертвых Господе Иисусе Христе. И мы вместе со всем миром радуемся о воскресении Христова. Проходит 40 дней, у нас наступает Вознесение Господне. Когда Господь, мы вспоминаем то событие, когда Господь после 40 дней пребывания со своими учениками вознесся на небо. И вот, наконец, еще через 10 дней после Вознесения у нас наступил вот этот праздник. В церковном календаре он называется Пятидесятница, Пентекостия по-гречески. А события, которые в него вспоминаются, это сошествие Святого Духа на апостолов. То событие, о котором нам повествует в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол и евангелист Лука. После вознесения Господа, когда Он повелел им не отлучаться от Иерусалима, но ждать схождения свыше Святого Духа, они еще не разумели, что это будет, как это будет, зачем это будет. Но они послушались повеления Христа, они остались в Иерусалиме. Они пребывали единодушно каждый день в храме, молясь Господу о том, что Он устроил все по Своей воле. И вот самый день праздника Пятидесятницы,
который ветхозаветного праздника. Этот праздник был посвящен дарованию закона на Святой горе Синай. Вот, как мы помним, евангельские события. На Пасху евреи зашли из Египта, спаслись от руки фараонов и чудесным образом, пройдя через Черное море. И после этого они шли по пустыне к горе Синайской, куда повелел идти им Господь, где явился он Моисею в пламени неопалимой купины и повелел вывести народ Божий из дома рабства, вывести его в свободу. И вот через 50 дней только после выхода из Египта они дошли до святой горы Синай, и там Господь даровал им заповеди, даровал им устроение жизни по воле Божьей, даровал им заповеди о богослужении, о жертвоприношении. Все те заповеди, которые составляют у нас сейчас существенную и неотъемлемую часть Ветхого Завета. Те заповеди, которые должны были готовить израильский народ к пришествию Христа. И вот это дарование закона на горе Синайской, то чудесное и страшное, потому что по повествованию святого пророка Моисея гора Божия тряслась и дымилась огнем и дымом. Вот это событие воспоминалось иудеями каждый год, через 50 дней после Пасхи, как и сказано в Ветхом Завете. И вот именно в этот день множество людей собиралось в Иерусалим, как повествует нам святой апостол Лука, от всех концов вселенной, от всех народов. И именно в этот день апостолы, собравшиеся в одном из домов на горе Сион, как повествует нам предание в той самой Сионской горнице, где произошла и Тайная Вечеря, они пребывали единодушно вкупе и молились, и вот внезапно, не только они, но и почти весь город услышал шум, как бы бурного ветра, и услышал возле этого дома множество людей, веселящихся, радующихся о Боге, и главное, говорящих на разных языках. В то время иудеи уже стали потихоньку, особенно те, которые жили в рассеянии, потихоньку терять свой язык. На нем они привыкли слушать только священные тексты. Его специально учили в школах. Но на нем уже не говорили на иудейском языке, на том языке священного писания. Говорили на самых разных языках. Даже Христос со своими апостолами говорил на арамейском языке, языке близком к сирийскому. В каких странах иудеи жили, те языки они и перенимали. И кроме лишь нескольких слов, часто на иудейском языке, не понимали ничего по-древнееврейски. И вот они услышали, как эти люди, с виду вроде бы простые, простолюдины, и как выяснилось впоследствии действительно, простые рыбаки, земледельцы, ремесленники, как они, говорят на разных языках, и люди слышат, приехавшие из разных мест, из разных земель, как они слышат и понимают, ведь великие дела Божьи. О чем говорили апостолы? Конечно же, о подвиге Господа Иисуса Христа. О том, как Он сошел на землю ради спасения всех людей, и как Он призывает к себе всех верующих во имя Его. Сначала среди народа разнеслось даже слово, да, наверное, эти люди пьяные, чего же они так веселятся с утра? Но к ним вышел апостол Петр на площадь и сказал: нет, дорогие братья и сестры, сейчас еще только ранний час, 9 часов утра, мы не можем быть пьяны. Что интересно, этот аргумент подействовал. Вот сейчас бы уже не подействовал. Сейчас мы знаем, что и в 9 часов утра, и в 7 уже люди часто не опьянены не тем, чем нужно. Но вот, когда апостол Петр вышел и развеял все сомнения, и он рассказал народу, что Дух Святой в виде огненных языков сошел на них апостолов, пребывавших в горнице Иерусалимской.
И тогда начал этим людям объяснять смысл спасения, которое Господь не посылает нас. И сказано у апостола Луки в Деянии, что в тот день крестилось несколько тысяч человек, присоединились к Церкви Христовой. И вот этот день стал действительно завершением промышления о нас Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю для того, чтобы людей привести к себе. Он пришел для того, чтобы искупить от греха род человеческий. Он вошел на небеса для того, чтобы природу человеческую привести к престолу, к подножию престола Господа сил. И, наконец, Он послал нам Духа Святого, укрепляющего, вразумляющего, животворящего весь мир. Это был тот Дух Святой, которого утеряли наши праотцы в Эдемском саду, когда они прислушали заповедь Божию, когда они нарушили свое общение с Творцом. И вот Господь, когда они попали в лапы дьявольские, когда они покорились греху, когда они пустили грех в свое богозданное человеческое существо. И вот какие потребовались усилия Господа для того, чтобы не уничтожить свои пришествия, не опалить своей святостью греховную природу человеческую, но восстановить ее, собрать по крупицам, соединить с собою и оживотворить Духом Своим Святым. День Пятидесятницы, когда апостолы действительно изменились, мы помним, как они в последние дни Страстной Седмицы, как они боялись, как они отговаривали самого Христа идти в Иерусалим, потому что их могут там убить. Мы помним, как они прятались в Страстную Пятницу, в Страстную Субботу, как они скрывали страх ради иудейска. Но теперь, в день Пятидесятницы, мы видим, что они совершенно изменились. Они стали уже действительно дерзновенно, смело, мужественно проповедовать Слово Божие. Всему миру они готовы были проповедовать Евангелие Христово. И действительно, окончив свою проповедь здесь, в Иерусалиме, Господь разослал их во все концы земли, куда они принесли спасительную весть о пришествии Христова, о Его воскресении, о искуплении человека от работы вражи. Они во все концы земли, и они, и их последователи, содействием Святого Духа донесли Слово Божие, донесли спасительную весть, которую мы с вами, дорогие братья и сестры, приняли. И тем самым в Иерусалиме в день Пятидесятницы было положено начало Церкви Христовой, собрание людей, верующих во имя Христово, живущих, старающихся жить по заповедям Божьим. И Дух Святой начал созидать в истлевшем, обветшавшем, поврежденном грехом мире совершенно иную реальность, совершенно иную жизнь. И эту жизнь, дорогие братья и сестры, мы с вами видим. Мы ее касаемся, пусть хоть в некоторые минуты, в некоторые дни своей жизни, в некоторых местах мы касаемся этой благодатной жизни, жизни с Богом, жизни, исполненной Духом Святым, жизни, ведущей в жизнь вечную, в преддверии радости, счастья, мира. Но с Богом мы можем быть только если мы действительно исполняемся Духа Святого. Мы все получаем Его, дорогие братья и сестры, в таинстве миропомазания, которое совершается над нами сразу же после крещения. Мы все, дорогие братья и сестры, можем причаститься святых Христовых таин и в других таинствах получить различные дары Святого Духа. И в этот день мы все, составляющие вместе со святыми апостолами, с мучениками, с преподобными, праведными, со святителями Церковь Христову, неограниченную временем, неограниченную пространством, мы сегодня после литургии
после причащения святых Христовых тайн преклоним наше колено для того, чтобы помолиться Создателю и благодетелю мира нашего, Богу в Троице Единому. Ему же подобает слава и честь и поклонение во веки веков. Аминь. О великий мудрец, я упал, вновь колени разбил, руки все, и не только. И ответил мудрец, хоть и слезы из глаз, суть не в том, что упал, суть поднялся ты сколько. О великий мудрец, дали мне по щеке, он ответил, другую подставь, и не только. О печали свою топи ты в реке, суть не в том, что рыдал, суть простил ты их сколько. О великий мудрец, я ошибся опять, вновь обидел родного, скажу, и не только. И ответил мудрец, что не мог ты все знать, не в ошибках вся суть, суть исправил их сколько. Поэтому, когда посещаешь монастырь, прежде всего нужно думать о своих поступках, о покаянии и прощении всех. И прежде всего нужно посмотреть, сколько хороших, добрых дел сделано нами. И в основном, если где-то плохое что-то случается, прежде всего надо прощать людей. Причастники, повторяйте молитву ко святому причащению. Все повторяйте вслух. Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, исповедую. Ты есть его истину Христос. Яко ты есть его истину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришедший мир грешное спасти. Пришедший мир грешное спасти. От них же первый есть ас. От них же первый есть ас. Еще верую. Еще верую. Все самое пречистое тело Твое. Яко ты есть самое пречистое тело Твое. Самое честная кровь твоя. Если я и самая честная кровь твоя. Молюсь об тебе, помилуй меня. Молюсь об тебе, помилуй меня. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом. Я же словом, я же делом. Ведением и неведением. Я же ведением и неведением. Подобие меня неосужденно. Несподобие меня неосужденно. Причаститесь причистых твоих таинств. Причаститесь причистых твоих таинств. Восставление грехов. Восставление грехов. Жизнь вечную. Аминь. И жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайная днесь. Вечере твоя тайная днесь. Сыне Божий причастником меня прими. Сыне Божий причастником меня прими. Небо врагом твоим тайну поверь. Небо врагом твоим тайну поверь. Не лобзаните дам яко Иуда. Не лобзаните дам яко Иуда. Как разбойник исповедую тебя. Но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение. Да не в суд или во осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых Твоих таинств, Господи. Святых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому. Thank you.
Господь,
Господи, на вас таком благодати человека любим, всегда ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Не спаслава Пресвятаго Духа на святые свои ученики и апостолы. Христос, истинный Бог, наш молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всех важных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит. Три коленопреклонных молитвы, где мы все с вами вместе коленопреклонно будем просить Святую Троицу о милости к нам, здесь собравшимся, и ко всему, и ко всем, кто живет на этой земле. Поэтому очень внимательно слушайте слова этой молитвы. И старайтесь именно просить Господа о милости нам, вашим близким, себе и устроению нашей жизни к лучшему. Отче наш, Христос, и Святой Дух,
царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный наш нам есть, и отсали нам долги наши, яко же мы освободим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, не оценивай, чем святейший, но я в Египте,
Thank you.
страсти, избавленный нас от всех молящих души наши. Я к Тебе, Господи, Господи, очень наш задействует, не посрамишься, Боже наш. Я подобаю Тебе всякой славы, честь и поклонение. Отцу и Сыну Святому Духу, и Богу, и Христу, и Богу. Благослови Преосвященнейшей Воды, Господи, вход. Благослови вход святей Твоих, всегда на Непристой Воды, и Духу. Аминь. Себе праздник, вне зависимости от того, кто приедет, кто не приедет, Троица, это уже великий день. И, конечно, мы, как православные христиане, всегда этому очень рады, ибо этот день считается день рождения православной христианской церкви. Ну, а тем более для нашей обители этот праздник, ну, имеет особое значение, потому что это день престольный, день тот, в честь которого, собственно говоря, и назван этот монастырь. В честь Святой Троицы. И радует то, что в этот день приехало очень много людей. Ну вот с каждым годом видно, что больше и больше становится людей, которые веруют в Господа и стремятся приехать и особенно отметить этот торжественный радостный день. С Волгограда, с Волжского, с Урюпинска, ну вообще с близлежащих мест, и не только с близлежащих мест люди едут, чтобы помолиться Господу, помолиться Святой Троице. Сегодня также, ну, интересное такое событие. Наш край все-таки Исконь считается казачьим. И вот местные вот казаки решили в честь Святой Троицы тоже устроить такое некое, ну, представление, что ли, показать такую удаль свою, пометать ножи, пострелять из лука, ну, попеть песни такие патриотические, что действительно тоже радует, что вот люди как-то все более и более возвращается к своим истокам. А все наши истоки независимы, вне зависимости от того, кто мы и какой нации или какого народа, все-таки мы люди православные. И самое главное для нас — это наш Господь, наша вера, наш Бог, наша Святая Троица. Господи,
и не имея бессмертия, во свете живы неприступны, сотворивай небо и землю и море, и вся созданная в них, прежде неже просите всем прошения подавая. Тебе молимся и Тебе просим, Владыка человека любчи, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человеков и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго, и Марии Преснодевы, и Пресладной Богородицы, и же первые убы словесы уча, после дей же и дело показуя, и когда спасительную страсть претерпе, даде нам, смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, образ приносите Тебе мольбы, вые и колен преклонения, о своих грехах, о людских неведениях, сам многомилостиве человека любчи, услыша нас, вон же ащи день призовем Тебя, изрядни же в сей день Пятидесятницы, вон же Господь наш Иисус Христос, по вознесении на небеса и сидение одесную Тебе, Бога и Отца, не спасла Святого Духа на святые свои ученики и апостолы, их же и седе на едином коемон, коегожда их, и исполнившееся все неистощимое благодати Его, и глаголоша языки иными, и речи Твоя, и проникоша. Ныне убо услышаны молящиеся Тебе, помяни наисмиренное и осужденное, и возврати примение душ наших, Твое сострадание, имея о нас молящиеся. Прими ны, припадающие Тебе и вопиющие, согрешихом Тебе приверженись мы от утроба чрева Матери нашей. Ты быси Бог наш, но яко исчезошен в суете дни наши, обнажихомся Твоя помощи, решихомся всякого ответа, но дерзающим на щедроты Твоя завет. Грехов юности нашей и неведения не помяни, и от тайных наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, никогда оскудевать и крепости нашей не остави нас, прежде неже в землю возвратимся, сподоби нас к Тебе обратитеся, и возьми нам благоприятием и благодатью, возмери беззаконие наше щедротами Твоими, множество согрешений наших сопротив постави бездну щедрот Твоих. Призри с высоты святые Твои, Господи, на предстоящие люди Твоя и чающие Тебе богатые милости. Посети нас благостью Твоей, избави нас от насильства дьявола, утверди жизнь нашу святыми Твоими и священными законами. Ангела верных хранителя представи людям Твоим, всяны собери в Твое царствие, дашь прощение уповающим на Тебя, остави ибо нам грехи, очисти нас действом Святаго Твоего Духа, разруши враже на нас козни. Благословенности Господи, Владыка Вседержитель, просветивый день светом солнечным и ночью с ним и зарями огненными, долготу дневную прийти нам сподобивай и приближитесь к началу ночи. Услышав моление наше и всех людей Твоих, и всем нам, простив вольные и невольные грехи, прими вечернее наше моление, не спасли множество милости Твоя и щедрот Твоих, на достояние Твое. Остяни нас, святыми ангелы Твоими, вооружи нас оружием правды Твоя, огради нас истиной Твоей, соблюди нас силой Твоей, избави нас от всякого обстояния и всякого навета сопротивника. Подашь же нам и настоящий вечер с приходящей ночью совершен, свят, мирен, безгрешен, без облазен, без мечтателей, и все дни живота наши молитвами святые Богородицы и всех святых от века Тебе благо угодивших. Твоего есть и же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Тебе славу посылаем, Господь.
Сякой подавал и человеком, ищи и сам житие с нами сыпи, Святаго Духа дар, наследие неотъемлемо верным, присно подавай, явленнейше же днесь, сию благодать твоим учеником и апостолам неспославы, и сих усне утвердивый огненный язык, им же весь род человеческий, боговедение своим языком, слух уха приемши, светом духа просветихомся, и от прелести якоже тьмы избавихомся, и раздаяние чувственных и огненных язык, и при естественных действиях вере втя научихомся, втя со Отцем и Святым Духом, во едином божестве и силе и власти, благословите озарихомся, ты уба очи сияние существа естества его, неизменное и недвижимое начертание источнича премудрости благодати, отверзи и мне грешному сне, и научи мя, как удостоит, и от часов потребу молитеся, ты бы себе ты многое грехов моих множества, но твое благосердие победит сих безмерие. Все бы со страха предстаюте, в пучину милости твоя, отчаяние души моей я подверг. Управи жизнь мою, управляй словом всю тварь, неизреченной премудростью и силою, тихое обуреваемых пристанище, и скажи мне путь, вон же пойду. Дух премудрости твоя моим подашь помышлением, дух разума безумие моему даруй. Духом страха твоего моя осени дела, и дух правы обнови в утробе моей, и духом владычным мысли моих по ползновению утверди, да на всяк день духом твоим благим к полезному наставляем, сподоблюсь отворите заповеди твоя, и присно памятствуйте твое славное пришествие, и где остяжусь, содеянное нами. Не презри мя, прельщайтесь тленным мира сего красным, но восприятие будущих сокровищ желать укрепи. Ты бы регалась и владыков, яко велик и кто просит о твоем имени, невозбранно приемлет от твоего сопресносущного Бога и Отца. Тем же я с грешным пришествие Святаго Твоего Духа молю Твою благость, велико просих, воздашь мне во спасение. Ей, Господи, всякого благодеяния богатый делателю и подателю благий, яку Ты преизлиха подаешь, их же просим. Ты еси сострадатель и милостивый бывый безгрешно плоти наши общих и преклоняющим пред Тобой колено преклоняющие. Любоблагосердие, выявы очищение грехов наших, да, чтобы, Господи, людям Твоим щедроты Твоя, услыши нас с небесе святого Твоего, освети нас силой спасительной десницы Твоя, покрый нас кровом крылу Твоею, не презредел руку Твоею, Тебе единому согрешаем, но и Тебе единому служим, не вемы кланяйтесь Богу чуждему, не же простирайте руки наши, владыка, к Богу иному, остави нам согрешение и приим наше коленопреклонное моление, простри всем нам руку помощи, прими молитву всех, яков Фимиан, приятных, возношавшихся в Твое преблагое царство. Господи, Господи, избави нас от всяких стрел летящего дни. Избави нас и от всякие вещи во тьме приходящие, прими жертву вечернюю, рук наших воздеяний, сподоби же нас и ночное поприще без порока прийти, неискушенно от злых, избави нас от всякого смущения и боязни, от дьявола нам пребывающие, даруй душам нашим умиление, помыслов наших попечения, о испытании на страшном и праведном Твоем суде. Пригвозди страхом Твоим плоти наши, умертви уды наши, сущие на земле, да в сон, сонмем безмолвие просветимся, зрением судеб Твоих, а Ты же от нас всякого мечтания неподобное и похоть вредную, восставишь же нас во время молитвы, утвержденной в вере,
и преспевающим в заповедях Твоих, благоволением и благости единородного Сына Твоего, с Ним же благословение сие, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Присно текущий, животворный и просветительный источниче, сопресносущная Отцу, содетельная сила, все смотрения о спасении человечеством, прекрасно исполнимый Христе Боже наш, смерти узы, неразрешимые и заклепы адовы расторгнувы, и лукавых духов множества побуравы, приведися за нас непорочное заколение, и давай в жертву тело пречистое, всякому греху неприкосновенное и неприступное, и страшным сим и несповедимым священнодействием жизнь нам вечную даровавый, во сушевый и вери вечное сокрушивый, и во тьме сидящим восход показавый, золочальника же и глубинного змея богомудрственным тшением уловимый и связавый берегами мрака в Тартаре и огни негасимым, и во тьме кромешней затвердивый, нещетно сильную Твоей крепостью, великоменитая премудрости отчия, напаствуемым великий помощник, явивыйся и просветивый сидящий во тьме песени смертней, Ты, слава вечная, Господи, Отца Вышнего Сыне, возлюбленный в пресносущном свете, от пресносущного света солнце правды услышаны, молящиеся Тебе, и упокой души рабов Твоих, перед усопших отец и братьев наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне, як у Тебе всех держава, и в руце Твоей содержишь вся концы земли, владыка вседержителю, Боже, Отец и Господи милости, содетелю рода смертного и бессмертного, и всего естества человеческого, составляемого и паки разрешаемого, жизни и скончания, зде пребывания и там представления, лето измеряет живым, и времена уставляет смерти, изводя его ад и возводяя, связует им немощи и отпущает в силе, настоящее потребны, строяя и будущее полезно управляя, смерти жалоб уязвленные оживляя, воскресенье надеждами, сам Владыка Света Божий, Спаситель наш, надежда всех в конце земли, сущих у моря до вечера, показав и нам и всей последний и великий спасительный день Пятидесятницы, тайном святые, единосущные и сопресносущные и неразделимые и неслиянные Троицы, и наитие, и пришествие святаго и животворящего Твоего Духа, видим огненных языков на святые Твои апостолы и заявы, и поставивай тех благовестники, благочестивые нашей верой, и показавые исповедники и проповедники истинного богословия, сподобивай и всей всесовершенный и спасительный праздник умилостивления, молитвенное от держимых о Аде, примати и подавая нам великие надежды, яко Ты не спослеши отшедшим ослабления от содержащих ясты веры и утешения, услышаны смиренные и недостойные, молящиеся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, вместе с верой, вместе с злачными, вместе прохлаждение, отнюдь же отбежит всякая болезнь, печаль, воздыхание, и учинит духи их, вселение их праведных, и мира, и ослабление сподобие их, яко не медли восхвалят Тебя, Господи, ниже сущего ади исповедания, дерзнут принести Тебе, но мы, живие, благословим Тебя и молим, и умилостивительные молитвы, и жертвы приносим Тебе, а душа их. Вся просто.
славим Тя, единого истинного и человеколюбца Бога. Твоего воистину есть, Владыка всех и творче, и истинно великое таинство временное разрешение Твоих тварей, и постиг соединение в упокоении во веки, Твою благодать во всех исповедуем, во входах наших в мир все и исходим. Я же предобручаю нам надежду воскресения и жизни нетленную, и уже по Твоему неложному обещанию воспримем в будущем втором пришествии Твоем. Ты, Моисей, воскресение нашего начальника, поживших неподкупный, человеколюбивый судья, им зло воздаяние, Владыка и Господь, Ты приобщился нам истинно плоти и крови, снисхождение ради крайнего и наши страсти неотметные, приявлюсь и помилосердию щедро, тем доволен искушен был Иси, и в нем же сам искусився пострадал Иси, искушаем нам был Иси, самообещанный помощник, тем же и завозвел Иси нас по Твоей бесстрастие, прими уба, Владыка, мольбы, моленья наши, упокойся, отцы, кое Божьи, и матери, и братья, и сестры, и чады, иные сродники, и соплеменники, и вся души в надежде воскресения, жизни вечная прежде почившая, и учени духи их, и имена в книге жизни, в недрах Авраам, и Исаака, и Иакова, восстание живых, от царствия небесных, в раи сладости, светлыми ангелы Твоими вводя, вся во святые Твои обители, создвигни телеса наших день, Твой же определил Иси, по святым Твоим и ложным обетованиям, несть Его, Господи, рабом Твоим смертным, да исходите нам от тел, и к Тебе, Богу нашему, приходите, но представление от печальнейших на полезнейшее, и на сладостнейшее, и упокоение, и радость, аще же и что согрешив Он пред Тобой, милостью буди нам, и тем за ним един есть чист пред Тобой от скреп, нижащий един день жития Его есть, разве Ты, Дочь, един, на земли явися безгрешен Господь наш, Иисус Христос, им же все уповаем милость получить и оставление грехов, всего ради нам и оним, яко благо человека любит Бог, о славе остави, прости грехопадение наше, вольное и невольное, ведение и неведение, явное и сокровенное, деяний, помышлений, словеси, во всех наших обращениях и движениях, и отшедшему во свободу и от славу дар, нас же сущих сде благослови, конец благи и мирный дар и нам, и всем людям Твоим, и милости, и человеколюбие, утроба, отверзай нам, во страшнем и ужасном Твоем пришествии, и в царстве Твоего достойных нас сотвори. Боже великий Вышний, единый мир и бессмертие, посвятишь мы неприступным, всю Твою мудростью создавай и разделивай, посреди света и посреди Твои солнце положивай, во область не умножай свесты, во область ночи сподобивай нас и грешных, и в настоящий день предварительницы Твоих во исповедание вечернюю Тебе службу принести. Замчины горючи, Господи, исправи молитву нашу, яко имем пред Тобою и прими ее в твою благоухание, подаши нам в настоящий вечер, приходящую ночь меду, обрет сыны оружием света, избави нас от страха нашла бы это всякие вещи во тьме приходящие, и даруй нам соль и Божие, в упокоение мощи наши даровал Еси, от всякого дьявольского мечтания избавлен, избавлен ей, Владыка всех и благих подателю, ягода и на лошадь наших умиряющаяся, воспоминем и в ночи Ты святое имя Твое, и по учению Твоих заповедей, позаряями, в радости душевне восстанет, по славословию Твоей благости, молитвы и моления Твоему благосердию, приносящего своих грехов и у всех людях Твоих, яши молитвами, Пресвятые Богородицы,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Точек и божественных недр истощивы себе и с небесе на землю сошеды, и наши все восприемы естество и обоживые, посих же на небеса паки вошеды, одесную седы и Бога и Отца, божественного же и святаго, единосущного и единосильного, единославного и сопресносущного Духа Неспославы на святые свои ученики и апостолы, и си просветивы уба их, теми же всю вселенную, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая, пренепорочная, святые своей Матери, таких славных, прихвальных, богопроповедников и духоносных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Во-первых, хотелось бы поздравить всех с великим праздником Святой Троицы. Это наш праздник, касающийся каждого православного христианина. Это событие, день рождения Церкви. И, конечно, это в этот день мы особенно чувствуется именно вот, остро вот это единение. Само богослужение настраивает нас на такой лад. Коленопреклонные молитвы, когда мы и спрашиваем благодати Святого Духа. Да, когда на всеночном день мы вдруг больше после перерыва начинаем петь молитву Святому Духу. Призываем благодать Святого Духа. Конечно, это все настраивает нас уже на определенный лад. И здесь, в этой обители, уже традиционно праздник Святой Троицы, люди съезжаются со всех, я не побоюсь сказать, да, со многих уголков нашей области, как и епархии, как и митрополии. Потому что монастырь, он, конечно, на слуху, несмотря на то, что он довольно-таки очень трудно восстанавливается и находится еще в стадии таком устроения, как и внутреннем, так и внешнем. Вот. Есть многие причины, но многие именно паломники, прихожане любят это место, любят этот монастырь, любят здесь приехать, помолиться, и просто помолиться, побывать здесь, помочь братьям на послушаниях, сходить именно по местам таким достопримечательным, именно к дубам многовековым, в пещеру меловую. Это уже становится такой доброй традицией стало. И очень радостно, что именно в
благодаря вот помощи многих людей сегодня совершается, совершилось и праздник совершился, и всегда у нас совершаются такие праздники, потому что сами прихожане приезжают и участвуют в устроении этого события. Вот. Как и в устроении богослужения, это хор из храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, с которым у нас уже давние и очень такие тесные отношения сложились. Вот. Как и прихожане из Камышина, Сейловли, Волгограда, вот Сурютинска стали чаще приезжать люди. Поэтому все это, естественно, уже настраивает нас на особенный лад. В чем заключается смысл этого лада? Да? Мы уже видим знакомые лица, мы знаем этих людей, мы общаемся с ними, да, мы как-то с ними сотрудничаем, просто зовем, просто приглашаем. Очень радостно, что сегодня именно в большом числе участвовали казаки, именно из села Ольховка, местные казаки, так их можно назвать. По окончании богослужения они, слава Богу, мне это очень радует, какое-то внутреннее изменение у них происходит. Они уже не стремятся во что бы то ни стало в этот день провести какой-то праздник. Именно праздник, посвященный Святой Троице. Хотя эти праздники проходят во время богослужения, да, они старались ранее проводить. Сегодня же, я смотрю, они дождались окончания богослужения, попросили благословить их на проведение вот таких казачьих здесь гуляний около территории монастыря. И вот атаман Ольховской станицы именно сам руководил этим действом и сказал: я здесь уже несколько дней бываю с раннего утра, устраиваю вот эту помощь в устроении праздника. Поэтому это меня, конечно, радует. Вот такое единение. Естественно, как я уже сказал, что огорчает то, что монастырь пока еще не устроен как надо, как бы ему подобает быть. Трудности как и внутреннего, так и внешнего характера, и с устроением такого братья. Но так я, обращаясь сегодня к прихожанам, сказал, что именно вот такое трудное установление, оно и способствует тому, что именно монастырь более крепче становится на ноги. Вот что меня радует. Что это не какое-то спонтанное, а все-таки люди отбираются через такие вот, какие-то вот препятствия, да, приходят в монастырь с трудом, именно непросто, несмотря на сегодняшнее такое время, когда человеку предлагается совсем другое, не монастырский, далеко не монастырский образ жизни. Люди откликаются, едут, и я смотрю, что все-таки есть желание, именно стремление у кого-то, не так много, как бы хотелось, но все-таки есть, посвятить себя монашеской жизни. Вот для чего это устраивается, да? Чтобы именно как можно больше вот такая мысль зарождалась у наших прихожан. Ведь что такое монастырь, да? Монастырь – это форпост именно нашей церкви, да? Монахи – это передовой отряд, можно сказать так, которые, прежде всего, призваны именно противостоять именно не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, чем они должны и заниматься. Вот. И я хотел бы пожелать дальнейшее все-таки устроение этой обители, несмотря на многие трудности, несмотря на многие проблемы, чтобы монастырь устраивался именно, и все здесь складывалось к лучшему. С праздником!
Спокойно сейчас. Ворота есть. Иван, казах, держит с Галюшей. А Женя поведет. Так, мы играем сейчас. Звук поем. Слова простые, все вместе подыгрываем. Золотые ворота пропущают не всегда. Первая мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз воспрещается. А на третий раз не пропустим вас. Так, кого поймали? Так, становитесь в круг. Теперь у нас ворота стали немножко побольше. Поехали. Золотые ворота пропущают не всегда. Первая мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз воспрещается. А на третий раз не пропустит. Первый раз прощается, второй раз воспрещается. А на третий раз не пропустим, не пропустим вас. Опа, кучу поймали сразу детей. Молодцы. В одну змейку соединяйтесь, в одну. Ай, золотые ворота пропущают не всегда. Стоп! Ага. Золотые ворота пропущают не всегда. Первый мать пройдет и детей проведет им вас. Вот так. Молодцы, еще одну кучку поймали. Ну, еще чуток осталось. Золотые ворота пропущают не всегда. Первый мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз воспрещается. А на третий раз не пропустим вас. Оп! Еще поймали. Ну, остались самые сильнейшие. Мать, конечно, очень сложно словить, но ладно. Поехали. Золотые ворота пропущает не всегда. Первая мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз воспрещается. А на третий раз не пропустим вас. Никого не по... Ну, давайте поаплодируем нашей троице. Они выиграли сегодня. 3 человека. Молодцы. Люба. Спасибо, Господи.